предлагаю вашему вниманию универсальный рецепт приготовления диетического пирога в мультиварке. Это не только низкокалорийное блюдо, но и очень вкусное. Ингредиенты есть в каждом доме. 1. Итак, первым делом берем глубокую емкость, в нее мы наливаем кефир, вбиваем 1 яйцо и всыпаем овсяные хлопья. По поводу хлопьев, я 4 столовые ложки кладу, как они есть, а 4 предварительно измельчаю в блендере, мне так больше нравится. Все эти ингредиенты перемешайте, и пусть постоят с каких полчасика, овсянка должна разбухнуть. 2. Когда полчаса пройдут, добавьте в массу гашеную уксусом или лимонным соком соду, корицу, или ванилин, и мелко порезанную курагу. С курагой тоже есть один секрет. Я советую ее предварительно замачивать на какой часок, чтобы она размягчилась. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Нежирный кефир 500 мл или натуральный йогурт. Яйцо 1 штука. Овсяные хлопья 8 столовых ложек. Корица по вкусу или ванилин совсем немного. Курага 200 грамм. Количество порций 34-5. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем приятного аппетита, жду вас снова.